Нижневартовске открылось отделение регионального филиала Государственного фонда поддержки участников спецоперации, их семей, защитники Отечества. Задача его сотрудников – всестороннее содействие военнослужащим в получении медицинской, социальной, психологической помощи, без проволочек и беготни по ведомствам. Подробности у нашего корреспондента Жанны Кузьминой. Отделение филиала «Защитники Отечества» – это 5 социальных кураторов, к которым всегда и по любому вопросу могут обратиться бойцы и их семьи. Причем не только из Нижневартовска, но и Нижневартовского района, соседних городов. У каждого сотрудника за плечами большой опыт работы в социальной сфере. Прежде чем прийти в филиал, все они прошли специальное обучение. Взаимодействуем мы со всеми, скажем, структурными, с организациями, учреждениями города, с органами власти для решения возникших проблем и потребностей граждан. Место расположения отделения – комплексный центр социальной помощи населению, выбран не случайно. Придя сюда для решения одного вопроса, посетители смогут оформить несколько дополнительных услуг. Например, записаться на медицинскую реабилитацию, консультацию к психологу, устроить детей в лагерь отдыха. Наиболее часто сейчас, вот в последнее время, обращаются по вопросам оказания медицинской помощи и поддержки, как те военнослужащие, которые прибыли в отпуск по болезни или в отпуск очередной, но они хотели бы подкрепить свое здоровье, обращаются в наши медицинские организации, им здесь оказывается медицинская помощь. Консультироваться в отделении смогут и волонтерские организации. К Николаю Тюкавкину, координатору добровольческого гуманитарного корпуса, часто обращаются за помощью члены семьи военнослужащих. Ответ иногда приходится долго ждать. В филиале же большую часть вопросов обещают решать в день обращения. Это как своего рода МФЦ. То есть одно окно, человек пришел с проблемой, и специалисты просто, как говорится, обученные специалисты, обязаны будут помочь квалифицированно оказать помощь именно в решении тех или иных вопросов. А мы, как общественники, тоже можем обращаться к этим специалистам, получать нужную консультацию и помощь в решении этих же вопросов. Среди мобилизованных на спецоперацию югорчан больше всего жители Нижневартовска. Поэтому именно в этом городе решили организовать самое крупное подразделение филиала Государственного фонда «Защитники Отечества». Каждому заявлению, обращению заполняем социальный паспорт, выявляем потребности и работаем с ними. Самое важное, что это не разовая услуга. У нас получатели социальных услуг к нам приходят уже практически на всю жизнь. В дальнейшем отделение переедет в отдельное здание. Вопросом его покупки сейчас занимается региональное правительство. На новом месте планируют открыть просторные залы приема посетителей и детскую комнату. Жанна Кузьмина, Ирик Абдулганиев, Вести Югория, Нижневартовск.